В Греции в субботу должны принести присягу новые министры. Премьер Алексис Ципрас накануне объявил о крупных перестановках в правительстве. Свои посты сохранили лишь министры иностранных дел, обороны, финансов и здравоохранения. В остальных ведомствах произошла смена руководства. Кроме того, появились и новые министерства. Так, на фоне миграционного кризиса основано Министерство миграционной политики. Вновь создано отдельное министерство туризма, а от МВД отделилось Министерство административной реформы, которое должно контролировать ход непрекращающихся перемен в греческом госуправлении. Политологи считают, что главная цель кабинетных перестановок – успокоить зарубежных кредиторов, которые встревожены затягиванием реформ в Греции и, в свою очередь, затягивают выделение новых траншей.